Всем привет, неимоверный канал Викинг. Сейчас, вот как и говорила экстрасенс, после 5 дней экспедиции в лесу обнаружил, по всей вероятности, княжеский славянский курган. Сейчас стою на его высоте, на его маковке. Просто так, а что у меня с качеством? А тут еще и мистика видно, и качество не очень будет. Да, похоже, здесь еще аномальная зона. Но там вот внизу стоит мой рюкзак, если видно высоту. И вот я тут немножко копнул, так просто для понимания. И вот такие вот огромные идут куски. Похоже, когда спаливали ладью, я так понимаю. Вот такие вот огромные. Такая была температура, что огромные брусы просто превратились в древесный уголь. Сейчас еще вам покажу. Это я уже достал сюда, положил. Вот такие, посмотрите. Какие они огромные. Курган тоже такой вытянутой формы, как ладья. Да, сужается. Очень интересно. Такие, смотрите. Колоссальные просто доски превратились в древесный уголь. И что самое интересное, возьму, конечно, несколько образцов для археологов. Самое интересное то, что представьте себе, вот какой вот пень, да, торчит с этого кургана. Сейчас немножко спущусь, чтобы было видно. То есть почему я уверенно так говорю, что это курган, где было сожжение, это похоже князя в этой ладье, потому что огромный пень, он прям вырос на этом кургане. Видны вот даже его вот корни. И там еще, когда я подходил сюда к нему, я с вами покажу, что я обнаружил. Я сразу, когда шел, думаю, что-то там похоже будет интересного. По распашечке шел, сейчас покажу, где я это бросил. Сейчас покажу. Сейчас, где же это? В общем, я шел и обнаружил такой фрагмент очень сильно запеченной как бы глины. Сейчас, ага, вот он, вижу, да, подхожу сейчас к нему. Вот он, смотрите. То есть представляете, какая была температура? Вот. Вот видно. Что тут песок, он спекся. Представляете, ну конечно, если эту ладью здесь сжигали, то здесь может получше будет видно этот каменный, древесный уже просто каменный уголь. Это, конечно, реально сенсация всей экспедиции. Вот этот пень. Просто почему-то очень плохо снимает видео, как я сюда подхожу. Какая-то видно, здесь еще добавок, какая аномальная зона. Поэтому это, конечно, настоящая сегодняшняя сенсация. Сейчас покажу с той стороны еще. Конечно, аж даже в это не верится. Сейчас пойду. Это я положу для археологов, потом покажем. Это потом покажем им. Да, ребята. Вот что значит канал Викинг. В поисках кладов, сокровищ, золота от Викинга. Прям, ребята, вперед. Неимоверно. Смотрите. Вот это, конечно, фартануло. Представляете, какая здесь была температура? А за тысячелетия с песка, смотрите, вымывает эти огромные куски древесного угля. Просто какая же должна быть температура, чтобы доски, дерево, чтобы все это превратилось в каменный древесный уголь. Вот, смотрите, видите, эти деревья росли здесь прям. Растут с этого кургана, может быть, 200-300 лет, но вот они здесь росли. Я пройдусь, покажу. Он как бы так тяжело, вам не видно. Но мне это видно, что он имеет такую ладьевидную. Вот так видно здесь, что там снизу, вот там вот идет, он так контур идет, как ладьи. Фух, да, ребята, вот это бревно, мой прибор. Вообще что-то не фокусируется. Вот видно, полы кургана идут.
такие находки, конечно, встречаются раз в жизни. Очень интересно. Да, настоящие сенсации. Так, что мы там дальше видим? Дальше ничего не видно. Ну что, вот так бывает. Какой-то князь в битве, наверное, погиб. И здесь глубоко все еще в лесной. Похоже, его и похоронили. Это будет, конечно, интересное исследование. Я не понимаю, почему здесь такое качество съемки. Такое бывает, когда в такие места попадаешь. Вообще абсолютно, ну, по крайней мере, мне сейчас, когда я снимаю, ничего не видно. Просто снимаю так какой-то размытый силуэт. Ну, в общем, что? Ни в коем случае не переключаемся. Вот они, настоящие сенсации. Прём дальше. Кто в первый раз на канале, колокольчик, подписка, лайк, коммент классный. Вперед, продолжаем дальше исследование. Княжеская могила глубоко в лесу. Где-то рядом, наверное, была и битва, по всей вероятности. Ну что, будем искать, будет интересно. Это место сейчас на GPS наносим на карту. Все, давайте не переключаемся, смотрим дальше.